Что ж, друзья мои, всех еще раз приветствую. Приятного сразу просмотра. Ссылочка на плейлист будет внизу в описании. Не забывай прожать кнопочку подписаться. Не забывай заходить тоже на Twitch. У нас там идут стримы каждый божий день. Приятного просмотра. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем наш аттракцион. 5-0. Без шансов. Это плюс еще опыт. Мародеры. Блин, долго их, конечно, гнать приходится каждый раз. Ну ничего. Ладно. Ничего страшного. Атака. Все по одной и той же схеме. Archers, forward! Так. Footmen, after me! Horse archer, follow me! А, это даже лучник конный. Хо-хо-хо. Footmen, charge! Это даже лучник конный. Ого! Нормально, вы парни. Кто там меня тыкал? Надо, знаете что, давать лукарям побольше поработать. Неплохо мне здесь вшатали. Я только не понял, куда мне по ногам, наверное, дали так сильно. Пойдет. О, как! Имперский крестьянин? Интересно, кто с этих крестьян вырастет. Сейчас мы обязательно это дело улицезреем. А ну-ка. Так, во-первых, надо сразу прокачать. Опытный бандит. Плюс еще один кочевник. Хорош. Угу. Почему я не могу его... Почему я не могу посмотреть? А почему я не могу? Прикиньте, это что за... Что это такое за скрытый этот... Скрытый чувачок такой. Да, кто-то у нас тут, кстати, по мордасям неплохо так получил. Из типов из наших. Угу, хорошо. Так, ну что ж, давайте в другую деревню зайдем. Деревень, слава богу, много. Купить продукты. Ну вот, к сожалению, не пойму я. Господи, я понял. Я понял, как это делается. Это нужно прям в эту зайти. Угу. А, ну это было бы слишком просто. Ну, конечно. Но видите, где цена? Эта вещь дороже на 60% по сравнению со средней ценой. Так. Маслырий. Масло. Цена товара близка к его средней цене. Сырочек. Дорогой. Ага. Угу. То есть это все они скупают. Это мне невыгодно, то есть, да, продавать, но это логично. Так, а что у них?
идет последний. Давайте масло скупим. Окей. Так, выйти. Давай в соседнюю деревеньку еще зайдем. Кстати, я только сейчас заметил то, что у них на флаге тоже орел. Совпадение. 10. 36 красная. 58 красная. Понимаю. Фолан, спасибо. Спасибо за подписочку. Так. Ну что ж. Я человек простой. Увидел бандитов, пошел качаться. Мародеры 11, мародеры 3. Нет, это слишком маленькая рыбка. Мы ищем... Ух. А у меня знаете какой вопрос? А ну-ка тормозните-ка. А что если... Что если... Вам нужно обладать умением педант, чтобы улучшить отряд бандитов до военного отряда. Чё это? Так. Тем временем у нас прокачалась одноручка. И тем временем у меня опять все по-английски стало. А почему так? Я не пойму. Где же я накосячил опять? Я, может быть, из-за обновления эта тема? Очень странно. Увеличивает вашу атаку с топорами и, короче, с тем, чем я не хожу. Вот это вот мне больше, более актуально. Оглушающий удар щитом. Лидерство. Блин, а лидерство, ребят, очень-очень мало качается. Совсем мало. Перевод, да, почему-то слетел. Хотя в тот раз у меня вроде бы все ровно было. Может быть, из-за обнов. Ну да, он криво очень встал. Блин, по какой же здесь пойти-то, а? Оглушающий, но нужен ли он? Нет, щитом мне не надо бить. Конечно же, вот это. Это же вообще без вариантов. Погнали, наши городских. Лидерство качается, когда ты армию собираешь с другими лордами. Мне на самом деле надо вообще тормознуть армии собирать. Если так, между нами девочка. Потому что у меня уже 47 отряд. И это очень много. Ох, сейчас как красиво мы. Arrows, move! Mounted forward! Сейчас будет очень красиво. Сейчас пока они по водичке пройдут. Move! Они сейчас всех перестреляют. Да, там вообще без шансов. Все, просто тушите их. Здесь надо как можно больше их потушить. На самом деле, вот сейчас вот здесь вот конники, кстати, могут и пригодиться, да. Видишь? Вот сейчас уже может случиться так, что конники здесь. Да, видишь, они как сбоку бегут. Они пока что, правда, криво.
Щемит. Как эти, как шпроты в банке. Опыт это сейчас прокачаю лидером. Отпускать, ребята, я их не буду, потому что, ну, смысла нет. Здесь надо их, мародеров надо сразу просто на ноль делить, это 100%. Не, ну они убегают с поля боя, видишь, они типа вообще всех снесли. Имперский лучник-ветеран. И у нас есть первый юнит. Это имперский палатинский страж. Здрасте. Здравствуйте. Я бы, наверное, знаете что? Вот этих вот грабителей... Пока у меня нет этого навыка, нахрен я им плачу просто так. Может быть, их вообще к чертовой матери разогнать. Я им просто так плачу по 15 монет. И от них толку ноль. Они мне скорость тормозят меня очень сильно. Их надо просто продавать, этих грабителей. Я их пока выкину, ребят. Я не вижу в них смысла вообще никакого. Это до них, во-первых, они не доходят. Даже если так, между нами девочками. И плюс скорость они мне тормозят. Так, купить продукты. Распродаем. И смотрим здесь цены. Пока ни одной я цены не вижу, ребят. Как вот вы говорили. Зелененькая цена. Продавать можно пленных, но если ты их себе нанял, то все, это ГГ. А ты их уже не можешь. Эх, вот бы сейчас с горными бандюганами завязаться. А, 5,2. От зараза. 3,4. 3,7. Я вас не догоню. Хотя, вы знаете, такое все равно ощущение, что я их догоняю. Почему у меня такое ощущение? Можно, конечно, попробовать, вы знаете, можно пройтись, попробовать, может быть, я побольше все-таки найду бандитов. Я бы, конечно, очень надеялся бы на это. А вдруг? Знаете, вот, есть такое вот это вот, а вдруг? Так, там тренировочное поле. Кстати, может быть, вот в этих вот деревнях будет цены поинтереснее. Еще раз смотрим. Мне очень интересно. Руда. Слушайте, ни разу я не увидел зелененького. Ни разу. Так, а мне нужно... Мне нужно красное, да, чтобы здесь у меня было. То есть, когда я продаю, у меня тоже надо, чтобы было красное. Правильно? То есть, вот здесь. Вот, видишь, на 65%. То есть... Что в одну сторону так работает, что в другую сторону. Правильно работает по этой схеме? Ну, логично, наверное. Да, хорошо. Хорошо. Так, ну у нас теперь есть с вами все основания, чтобы... все основания, чтобы качать торговлю. Потому что, как оказалось, это нужно. Это прям нужно. Дерево. Желтый, красный. Ну, не обязательно, кстати, нажимать. Просто вот так вот проходишь. Зеленый, зеленый, зеленый. Угу. И, кстати, здесь все по факту идет в ход. Все, что вообще только можно и нельзя, по ходу дела. Так, мне знаете, что интересно? Я, мне кажется, убежал от своих этих... горных друзей. Давайте-ка мы в ту степь подадимся опять. Хотя, а что если пройтись вот по этим деревням? Может быть, здесь так получится забарыжить? Это интересно.
Может быть, вот у этой фракции есть. Овцы. Желтый, красный. Ни одного зеленого, зараза, нет, прикинь. Ни одного нет зеленого. Давайте немножечко еще докупим. Не могу найти ни разу. Мне люди, кстати, в чате пишут: Лех, обрати внимание на лошадь. А что лошадь? Ого! Ну, у нее количество здоровья, конечно, поменьше. Но лошадка мне поинтереснее. Так, это получается, я же могу вот этому, да, выдать лошадь? Опа. Угу. Итак, у нас недурно выходит. По идее, сейчас скорость бега немножечко должна повыситься. Так, еще раз смотрим продукты. Все желтое. Пока что все желтое. Так, продолжаем наш разговор. Небогатые края, я вам скажу здесь. У кого же у нас все бабки? Все бабки или у гномов, но в силу того, что гномов нет. Тренировочный бой. Блин, мне бы тренировочный бой выиграть. Что-то бабосики-то у меня тают, если честно. И мне это вообще не нравится. То, что бабки у нас потихоньку, помаленьку, они что-то как-то... Блин, как же это близко все. Пятку. Меня родные не дури. Не надо, не надо, не надо. Тихо, 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 тихо. Ты чё? Выходи. И тут я офигел. Го. Блять. Мужики, ну его нахер. Давайте без этого. Ну, естественно. Мордасим. Ёпта. Конечно! Да ну я фраг закрасил! А, все, там тебя уже. Ой-ой-ой-ой. А, это имперский страж. Я еще хочу. А как же я здесь не выиграл? Ugh!
Блять, как можно? Я спешу. И не я его убил, да? Вы хотите сказать? Что-то, говорит, в спине у меня зачесалось. Не попадешь? Да ладно. Ополченство. Откуда? Как мне? Дайте мне 250 монет. Есть нечего в армии. Сука. Бам. Бам. Вам бан, сударь. Спокой, бегите. Не надо. Хрыша, не дури. Так. Кстати. Ну-ка. Да, можно нормальный меч? Вот, спасибо. За это просто от души, я бы сказал. В идеале надо, конечно, бы дротики иметь с собой всегда. Потому что без дротиков... Кто кинул? А, вот вижу. Вижу дротик. А, да? Да ёпта. Хера себе. Давайте вы, парни, как-нибудь тут... Я так и планировал. Все так и планировалось. Отстань! Блять. Лагерь. Ня! Ня! Противник. Сейчас здесь вот главное не нафидонить. Бам. Вам бам. Да ск, блэд. Ля тварь, а. А, да? На! Блядь, да ты просто подсчастливый, я не знаю. А, да? А, да? А может быть, банчик тебе? Кто там? Ой, чё нашёл? Нихера себе сабля! А можно мне такой? Эх! Пролетело. Слушайте, мне дротики понравилось кидать. Мне так нравится. Стоишь такой себе. Уеси. Там не сабля, там целая... Целый этот... Бан, машина. Бан. Ёпте. Да подожди, дай подобрать. Тебе бан. Обидно. 250, надо еще набрать. Да тихо, 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 тихо. Да ну, да ну что вы, ну не надо, ну не надо. Не надо. Ну ладно, ну. Я понимаю, что любимец вот этой пули. Чё, тварь? Ну и нахера я к нему бежал? Ты вообще понял, как он разворачивается в самый последний момент? Тебе бан. Став. Обидно. Слушай-ка, я чё подумал? Дай-ка мне вот эти штучки. Сейчас фокус покажу. Опа! Бан! И тебе бан, дураку. Так. Накидывай, накидывай еще. Ай, молодец как.
О, не угадал. Обидно. Продолжаем наш разговор. А куда он тут накидал-то так? Куда они отлетели? А мне не стрелять, я в домике. А, да? На тебе первый, на тебе второй. Вдогон. Бля, меня вот эти лучники прям очень сильно напрягают. Опа, плюс три. Хорош. Бан-машина. Бан-машина служит долго. Вам бан. Бан. Ты ёб... Бан. Я пошел за дротиком. О! А можно? Можно вот эту штуку взять? Смотри. Смотри, братан, вспышка. На нахер. Не дури. Во, блядь. Не надо. Бан. Блядь. На нахер. До свидания. Пощимимся-то. Смотри, прикол. Нет, не надо так делать. Ребят, сорян, но мне нужны бабки. Где деньги, Лебовски? Бля, сейчас там постреляю, падла. Ой. Ой. Не знаю куда, но куда-то, короче, туда. Ой. Ой. Голову попал. Сорян, братанчик. Ну ёптите. Но это мой фраг. Ой. Не спрашивайте, как, я сам не знаю. Так, ну-ка. Дайте-ка мне. Здесь маленько. Смотри, прикол, дурачок. Ты кто такой-то, я не пойму, что ты... Ну ладно, я еще один подберу. Вот. Не горит, какое. Ой, это не я. Сзади, смотри, дурачок. Бан. Да бан, бля. Всем бан, падлы. Сзади лучник стреляет, говорю, дурачок, обернись. Блядь, никакого праздника не надо. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо. Не надо, дурак. Блядь, не надо, говорю, ты что делаешь-то? Неадекватный. Ай, бля! Сюда иди. Смотри. Оп. Ай, бля! Отстань, дурак! Блядь, неумный! Мне деньги нужны! Мне детей кормить нечем! Армия плачет без этих. Во. Дайте-ка мне вот эту секиру, мне прям она вообще что-то от нее прям прет. А есть дротики еще остались где-нибудь? А, да? Я так чувствую, я сейчас могу найти дротик.
Прям реально. Бля, я же назад могу кинуть. Смотри, дядя. Я ж так тоже могу кинуть. Так, ну как бы спасибо. Я, короче, так подумал. Денег нет, но вы держитесь. Короче, вы как хотите, но... Ну, типа... Бабосики нужны, ну, правда нужны. Ну, что я сделаю, ребят? Ну, нужны бабки. Ну, у меня тут или турики, или я не знаю, где еще. Нигде. Вот, смотри, вот, допустим, на рынок зайдем. Ну, тут все цены, ты понимаешь? Это именно в деревнях мне люди сказали. Леха, заходи в деревню. О, нет. А в городах-то? Вот она, пожалуйста, зеленая цена на маслырье. Опа. Хлопок зеленая цена. Опачки. А куда потом все это впарить? Как узнать-то? Масло, маслырий. А как узнать потом, куда это продать? Типа это надо где-то спрашивать у кого-то. Вот я сейчас хлопка куплю. Можно продать. Для дебил. Внимание, специально для стримеров пишется. Можно продать в Фикаон за 62. Прям для, вот знаешь, вот прям... Ну, для особо прям вот одаренных, прям написано, прям вот, вот черным, каким, говорит, по белому. Ну, а я человек простой. Я вот так вот взял. И все. Я пятихаточку себе просто на карман оставлю. Фикаон. Фикаон. Ищем. А, да? Это будет сложно. А, она под жопой. А что, вообще можно, что ли, было? Слушайте, это мы сейчас бабла нормально с вами рубанем. Угу. Там и турики где-то рядом. Это мы сейчас с тобой фикаон. Это, слушай, это мы сейчас там нормально можем бабок хлопнуть. Там цена растет, я тебе сейчас дам, растет. Я, ты видишь, так тороплюсь. Бля, дурачки. И как хочется. Кто? Кого? Кого? Дайте. Не успел, бля. Так, все, залетаю. Опа. Рынок. Ой, сейчас бабосиков с вами на... Плюс 3 монеты, что ли, всего? Нахер идет ваша торговля? Я понял. Это не мое. Я понял. Я, ребят, торговля не мое. Мое это вон ходить. Турниры нагибать. Не получилось, не фартануло. No. Мне такое не понравилось. Через полкарты скачешь, тебе потом говорят, а цена изменилась. Не, ну на самом деле, когда бабла очень много, то так затарить можно. Ну, по идее. То есть набрать разных ресурсов, так в принципе. Идея неплохая, я считаю. То есть одно взял, второе взял, третье взял и делать деньги. Вот так. Так. Если я сейчас проиграю в этом турнире, то можно как бы, ну, в принципе, ну, как бы и все. Так, а вот здесь турик у них. Ой-ой-ой, воин какой красивый. Ну, тут красный.
меня, братан. Здесь у тебя вообще без шансов. Блин, очень красивый воин. Минус сразу. Ставку здесь нельзя было делать. Только когда ты сам играешь, можно ставки делать. Имперский ветеран-пехотинец. Вот с этим я очень не хочу сталкиваться. Видите, я не могу делать ставки. Ставки только я, ребят, когда я сам, ну, бьюсь, тогда я могу. О, ну здесь просто какой-то лютый дисбаланс. Здесь сейчас синие просто их нагнут. Я болею на самом деле за красный. Самое забавное, что он его почти нагнул. Да не, ну здесь его просто сейчас... Я это... Ты прикинь, с кем я в финале останусь? Блять, имперский лучник-ветеран. Кого? Давай, родной, держись. Вот этот вот лютый типок. Слушайте, а вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нихера себе, дядь. Лютейший хедшот. Просто прилетает сразу персонажу, по-моему. А вот здесь, кстати, может быть ошибка. Патрис Хирург или Руган Железнобрюхий? Патрис. Not bad, Патрис. Если так-то между нами девочками. Прям вот not bad. Дайте-ка мне сюда эту девочку. Бан. Куда ты там, блядь, стреляешь? Не надо. Не-не-не-не-не-не-не. Ну его нахер, братишка. Сейчас бан будет. Бан. Ой. Мы сейчас так, кстати, можем с вами скакаться. Что надо лука. Ты не устал, дорогой? Не-не-не-не. Скажи мне. Слышь, дядь, ты давай это завязывай тоже. Турковать. Смотри, братиш. Любава Екатерина, спасибо огромное за саб первый месяц. Очень приятно. Добро пожаловать на канал. Присоединиться. Сейчас соло вытащу. Ну пусть. Давай один на один пусть бахается. Имперский ветеран-пехотинец. Я здесь не знаю. Как это? Гришу ему навешу. Слушай, я могу пехотинца этого ветерана не вывести. А он его сейчас минусанет. Какой же вот этот лютый тип. Спасибо за совет, Каэн. Спасибо, родной. Так. Ну что? Но я не отступлюсь от своего. А что там на кону-то? Сейчас будет очень сложно. Ну, давай. Сейчас очень рисковал. Плюс косарь.
это было очень напряжно. Просто максимально. Так, смотрим, что нам там получилось у нас с вами надыбать. Слушайте, очень тяжелый шлем. Котелок с имперской кольчугой. Ну. Ну, тут как бы... Ля какая шапка. Ля. Ай, ну давай. Так, мне говорят, качай кузнечку. Мне понять, как... Как качать-то? Скорость поворота. А, чем меньше меч, тем, соответственно, быстрее. Ага. А как? Плавить? Как бы мне вот в этом разобраться-то? Не понимаю, ребят. Сначала плавить, потом крафтить. А из чего? А есть какой-то рецепт, может быть, как меч сделать? А, ну подожди, здесь вот лезвие, гарда. А, тут миллион еще разных рецептов. Ого. Подожди, ну ранг первый, да, допустим. Все пять-то нам зачем, правильно? Нам нужен ранг первый. Нужны материалы для плавки. Ты покупаешь в деревнях или городах. Ага, и вот написано. Для лезвия нужно раз. Ковка, необработанное железо, дерево и уголь. Угу, угу. Понял. Понял. Вопросов больше не имею. Обязательно к этому вернусь. Конечно же вернусь, потому что безумно мне интересно. Сейчас прям чуть-чуть я денежек поднаберу. Подскажи-ка мне, друг мой любезный. Как бы мне... Как же мне бороться-то с этим? Я себе всю голову сломал. Как же мне... Может быть, задания какие-то поделать? Может быть, мне больше... Может быть, мне больше денег за это дадут, а? Не, в кузнечке-то я 100%, я там зависну надолго. Ну что ж, поскакали, ладно. Просто знаете, что напрягает? То, что денег очень много на передвижение тратится. Такими вон тропами козьими ходит. Гномья душа требует кузницы. Так точно. Так, до утра ждем. Ну что ж, давайте здесь попробуем. За что боремся-то? Еще один котелок. С деньгами очень большие проблемы. Очень большие. Ой-ой-ой, это я так в лошадке, что ли? Так, ну здесь можно просто пропустить до раунда. Чтоб не смотреть. Угу. Ух, надо вот этого как-то рубить. Мать твоя, а как же тебя рубить, родной? А как же нам тебя рубить? А как? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же нам тебя... Мне, кстати, может. Мать твою, как? Ой, мисс
клик. Нет, с этим так не прокатит. Твою мать, ну как? Ой, дружище, ты не представляешь, как ты меня сейчас, как сейчас было потно просто. Это было очень близко. Братик, ты умираешь? Так, это пропускаем. И в финале у нас кто? Имперский пехотинец, но он отлетает. Очень повезло. Меня тип спас. Кстати. Заманил. Даже не понял, откуда я его сейчас бить буду. Так, плюс. Плюс каска. Плюс каска. Так. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Знаете, так дела идут. Я бы вот знаете, вот такой вот формат. Я бы, честно, вот пока они не нужны, я все равно туда-сюда бегаю. Оставлю-ка я вот этих вот мастер-бандит. Может быть, даже крестьян, к чертовой матери, оставить этих. Непонятно, кто из них вырастет. Вот кто из крестьян вырастет? Вот кто знает? Никто не знает. Давайте еще двоих я кикну. Так. Во-первых, мне нужно понять, что мы там выбили. Угу. Я думаю, сейчас ему найдется хозяин очень быстро. Слушайте, а это на продажу, кстати. Да? Это прям на продажу. А рынок? Слушайте, вот эти вещи нас очень жестко бустят. Прям очень жестко. Нам надо подсократить нашу армию. А вот как это сделать? Вот это, конечно, вопрос. Нет еды подешевле. Я уже как бич здесь, знаешь, побираюсь. Че подешевле взять, пацаны? А еще нет подешевле, братиш. Давай, рыбочки, маслечко. Так, ну дела наши, кстати, потихонечку получше стали идти. Потому что бабосики начали появляться. Это, конечно, радует. Это прям безумно радует. Так, ну мне надо пленных, кстати, продать. Мне, я знаешь, что думаю? А вот пленных, интересно, мы кормим? Они нас тормозят или нет? Пленных мы кормим или нет? По идее, наверное, ну, по логике вещей, на них же тоже какая-то еда идет, наверное. Знаете, что, трактир? Давайте просто продадим. Так, турик. Кормим, да, мы пленных? Так, здесь мы пропускаем, нас тут нет. Нас тут нет. А вот сюда мы залетаем. Три героя, в принципе, вообще не проблема. Блять, я не пойму, дерзкий, что ли? Как пули резко или чё? Извинись, радость. Показочки-то тебе хорошо, братик.
Так, пропускаем. Очень много героев вышло. Блядь, что это за интересно за Аварос? Тут знаешь, почему надо за ними смотреть? Надо понимать просто, кто вообще есть кто. Потому что можно вот так выйти и немножко подудивиться. Ой-ой-ой. Подожди, а я же тебя убивал. Вообще не тебя. Бодрые малые, кстати. Первая пошла. Ты чё, родной? Не размансил-то в этот раз. Такой напряженный парень. У нас там в конце остались. Они случаем сейчас бабки не проиграли. Такой потный молодой человек. По-честному поступим. Мать твою, как тебя банки консервные распаковывают-то? А, тебе уже надамажили, видать. Я думаю, как мне сейчас его вскрывать? Чем? Отверкой или чем? Или этими? Путь золотой. Ты кто? Давай. Только что до финала-то зашел. Ты прям жесткий такой. Ого! Нормально ты запарировал. Плохо. Плюс шлем. Продать. Шлем такой же, я даже смотреть не буду. 3,6 вес, очень просто феноменальный вес. 3,400. Меня турниры просто спасают. Как же они меня спасают, вы себе просто не представляете. Так, все, живем. Может быть, какой-нибудь квест сделать, а? Может, какой-нибудь квестик все-таки замутить? Может, кто-то что-то мне скажет, а? Как вы думаете? Или по ходу движения. Даже не знаю, как лучше это сделать. Так. Тут какие-то прям кланы свои. Кого? Здорово. Я Джастин из дома Нарцис. Слушай, веселые такие ребята. Окей. Блин, как же я хочу туда на них запулить. Мне все покоя те эти, ребят, не дают. Те эти, нормально я сказал. Покоя мне не дают убежище эти. Что мне покоя не дает. Прям очень-очень не дает. Я думаю, как бы нам... нам вырулить, а это все. Подождите, стоп, нам, наверное, вот сюда вот нужно. Что-то здесь так много всего, все что-то бегают, суетятся. Четыре мародера здесь какие-то. Угу. Так, нам надо не забывать качать войска. Подожди-ка, пока я здесь. Попси! Найс. Блин, как еда убывает. Жесть, зерно по 20 продаете. Да вы охерели в этой попсе.
Вашу мать, а. Жуки, а. Шо? Лицо скривил. Банчик подъехал. Это пожилой бан. Bowman! Forward! Infantry, follow me! Footman, attack! Давай, давай. Archer! Вон таких лучники там с горки спустятся по мордасям. Здесь, парня, для вас вообще, я не знаю, ловить вообще нечего. Так. Плюс пленные. Мастер-бандит. Еще один у нас залетает. Кочевники. Кочевники качаются. Вот это самое приятное. Кстати, оливки мы с вами нашли. Оливки это хорошо. Это мне такое надо. Еще пассажиры. С кем бы мне хлестануться, а? Как же, как мне поймать этих горных, мать их, бандитов, а? Как? Вот как мне их задавить? Пацаны, старух. Ух. Ух. Братишки, 27 штук просто. Здрасте. Bowman! Move! Infantry! Бля, 27 это опасно. Infantry, follow me! Horse, follow me! Это, ребят, если что, я команду раздаю. Ух, ёпта. Вот это может быть реально опасным. Не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну сейчас как раз мы маленечко наши ряды прорядим. Бан. Просто там по башке летит. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну так, аккуратненько. Пусть-пусть-пусть луки работают. Ой, ой, хорошо. Ты посмотри, что они делают, лучники. И пехота, давай, мои хорошие. В атаку. Пошли, пехи. Все, бан. Тихонечку здесь сейчас подрежу. Вот эти вот типы вообще просто, они... Они, знаешь, такие... Вообще просто без шансов. От них просто не убежать, вот от этих вот отконных лучников. Я сейчас жду, когда конники вот эти вот прапаются. Вот это вообще будет ГГ. Слушай, там лучники раздали, я не знаю, там какие-то просто безумные луки. Ты знаешь, они хлестают. Ты видел, они как хлестают лучники? Я сейчас реально что-то прям удивился даже немножко. Так, плюс еще лучник. Плюс еще один. Уже три ветерана. Слушай, мне кажется, там одни ветераны, я не знаю, они... Бля, грабителей забыл взять. Ну и хер с ним. Плюс масло, плюс оливки, плюс, в принципе, все. Так, нам нужна деревня. Надо срочно похавать, купить. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.